От выступления людей с безграничным талантом, несмотря на физические недуги, мурашки по коже, а на глаза невольно наворачиваются слезы. Эти ребята с ограниченными возможностями, безусловно, талантливы. Они не только поют и танцуют, но и занимаются рукоделием. Шьют, вышивают и рисуют. Это все авторские работы ребят. К примеру, вот это изделие – это торсах. А это наши ребята сделали чайный набор. Все из обычных бумаг. Но как красиво! Ученик Ленгерской школы для слабослышащих ребят Ирлан Туркара – талантливый молодой художник. Он не слышит и говорит с большим трудом, зато рисует так, что многие профессионалы позавидуют. Меня рисовать особо никто не учил. Это моя работа. Ее я нарисовал масляными красками за один час. Картину посвятил юбилею Великой Победы. Несмотря на возможности, которые у этих детей ограничены, они не унывают. Да и сами преподаватели и другие неравнодушные люди помогают сделать их жизнь ярче и веселей. В этом году решили объединить все школы, провести вот такую благотворительную акцию, чтобы конец учебного года детей объединить, чтобы получили какой-то праздник, устроить им праздник, подарки вручить. Всего в Южно-Казахстанской области 4 школы для таких особенных детей. В сегодняшней акции принимают участие все ребята, а это 130 южан. Алия Даулет, Нургали Хушаналиев, служба новостей телеканала ОТРАР.